Грузовичок Лёва. Смотри, это дорога. А кто по ней едет? Это грузовичок Лёва. Интересно, что он везет в кузове? Навстречу Лёве едет поезд. Привет, поезд! Лёва, что ты будешь собирать сегодня? Крыши, бетонные блоки, окошки. Это железнодорожная станция? Ага. Давай собирать. Сначала фундамент. Два пандуса. Оранжевые стены. Дверь и окно. Сине-голубая крыша. Фонари. А с другой стороны поставим табличку, на которой написано «Playground Station». Станция под названием «Детская площадка». Здорово, Лёва! А теперь заезжай на станцию. Лёва, во сколько приедет поезд? Ой, смотри, здесь нет часов. А поезду обязательно нужно приезжать вовремя. Ты сможешь найти часы? Ага. Вот они! Ой, смотри, сколько часов у грузика! Какие же выбрать? Треугольные? Нет. Квадратные? Тоже нет. Круглые. Да, эти часы подойдут. Давай поставим часы на место. Смотри, стрелочка движется. Все работает. 6 часов. Поезд останавливается на станции. А потом едет дальше. До свидания, поезд! До новых встреч, Лёва!